снова здравствуйте, уважаемые друзья! С вами по-прежнему Сергей Остроушко и блог SEOS Games. Неизменно буду вам повторять про просмотр картинок для активизации правого полушария и прослушивания классической музыки, в частности, музыка Моцарта. Итак, переходим к нашему упражнению. Правой рукой мы выполняем движение вверх-вниз в сторону, вверх-вниз в сторону, а левой рукой вверх-вниз, вверх-вниз. И готовились. Раз, два, три. Вниз. Правая рука нас делает три счета, левая два. Это можно делать быстрее. Очень важно соблюдать только лишь амплитуду. Когда мы это закрепили, делаем хлопок и меняем положение рук. Приготовились. Раз, два, три. Да. Я знаю, что возможно сейчас сложно, но это со временем все приходит. Можно выполнять это в любое время, когда вам будет удобно. Главное это повторение, это тренировки, и ваш мозг будет функционировать намного быстрее и эффективнее. Поэтому играйте, упражняйтесь, и дальше будет еще интересней, еще полезнее видео. Если для вас по-прежнему данное видео полезно и интересно, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте эти видео, и тогда я пойму, что для вас еще снять такого интересненького, чтобы мы вместе с вами росли и развивались. С вами был я, Сергей Остроушко, и блог SEOS Games. Пока-пока!